В Урае провели необычный квест для школьников. В общеобразовательном учреждении номер 2 состоялась интеллектуальная игра по правовым основам, которую подготовили волонтеры из молодежной правовой лиги. Темой мероприятия стал незаконный оборот психоактивных веществ. На каждой станции квеста школьники отгадывали загадки и разбирали конкретные примеры из жизни, опираясь на законы Российской Федерации. Участники игры такую форму изучения уголовного и административного права оценили положительно, усвоив, что незнание закона не освобождает от ответственности. Я считаю, что каждый подросток должен знать законы и соблюдать их, и жить по ним. Я считаю, что для нас, для подростков, это достаточно актуальная тема, так как сейчас идут законные, незаконные дела, и нам стоит знать эти права, чтобы не попасться на уловки, на ловушки. Знать правила, чтобы не сделать ерунду, вот, не знаю. Не попасть ни в лепую ситуацию.